Новый год скоро, ребята. Здорово. Обедать так обедать. Вперед! Ну круто же. Напишите, ребят, в комментариях, что клево. Ссылочка будет в Телеграме. Смотрите, мы цыгане сколько барахла привезли. Ну уж так снял, надо так смотреть. Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Cam with Man. Сегодня суббота, и мы сегодня, я вот вчера эту тему поднял, а сегодня мы уже идем к Вите в его новую парикмахерскую. Стричься, причем оба. Мы с Алиской будем стричься, Алиса будет еще и краситься, если у Вити, конечно, краска будет подходящая, потому что черт его знает, может, у него не будет. Но я думаю, что раз у него теперь как бы салон, то у него, скорее всего, уже там все подготовлено как надо. Так что сегодня нас ждут преображения, причем Алиска подстрижется, если так, как она мне говорила, то подстрижется прям. Не просто кончики, а прям подстрижется. Сейчас 11:12, мы записались на час, что-то как-то не очень, мне кажется, успеваем, сейчас буду делать кашу. Это сегодня обычно как-то гречка, а сегодня овсянка с бананом. Очень-очень-очень вкусно и сладко получится. Блин, на вот этой штуке так пыль видно всю. Сколько ни протирай, все равно собака, когда дома, это все. Обожаю индукционную эту поверхность, потому что очень-очень-очень быстро разогревает жидкости. Мы, короче, уже начинаем собираться к переезду. Вот два пакета набрали вещей. Просто уезжаем, получается, на 3 недели. Ну, не то, что уезжаем, будем сюда заезжать, но просто здесь, скорее всего, будет жить брат. Вот, в квартире. Поэтому, как бы, нужно, ну, да, и место освободить. И все равно не будем мы постоянно сюда, ну, типа, такие приезжать каждый день, что-нибудь брать. Вот, надо еще вон продукты, Алиса говорит, забрать, там, с морозильника всякое. И мы опаздываем к Вите, очень опаздываем. Сижу в машине внизу, жду Алиску и думаю, как подстричься. Ну, наверное, как всегда, здесь будет коротко, здесь вообще все взбрею. Ну, в общем, чуб. Ну, только не чуб совсем, а ну, как в последнее время у меня было так, немножко на бок, типа, все. Хотя, знаете, когда обрастаю, мне даже жалко становится. Мне кажется, может еще обрасти, пофиг, вот все оно такое... Длинные волосы, они тоже такие прикольные. Лохматость придает какого-то стиля особого, лохматого. Бабах, мы приехали, пришлось прокануться на другой улице, на соседней. Ты вообще готова к преображению? Нет, к новому образу. Воу, Алиса, вообще задумка. Прямо подстричься, прям, я как и говорил, не кончики, а прям поменять прическу. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, сейчас еще Витя посоветует, да. Как лучше? Может быть, Витя скажет, йоу-йоу. Надо еще вообще отраститься, наоборот, до пояса, чтобы была коса. Да, мне это невозможно. Никогда невозможно. Че мы идем по дороге-то? Идем по дороге, когда есть вот тротуар. И там ситки темные раскопали. Да. Нам сейчас навигатор такой. Впереди ситки темные, путь наш светлый раскопали. Блин, так чисто на улице сейчас вот ехали и просто офигевали. Вот ни одной бумажки нет. Ничего не валяется. Как же офигенско. И погода сегодня шикарная, еще плюс 12, по-моему. Но когда выезжали, было плюс 11. Но я думаю, здесь еще теплее. У нас всегда холоднее там на районе. Ребята, пикхейр. Йоу-йоу-йоу. Прям с головатого вход. А, ну давай, найдем, я думаю, видите, вон. Вывеска. Новое здание еще нету, Кирилл. Привет. Здорово. Ты, круто у тебя. Да. Круто, мы тебя очень быстро нашли. Да? Да. Хоть у кого-то уже рождественское настроение, елочка. Хорошая мысль. Для краснодарцев. Вот это вот Седина. То есть вообще, ну, прям вот по Седина северной едешь, чик, завернулась. А голова-то вот двухсторонняя, можно вообще от Красной, в принципе, проехать и здесь встать. Парковок, блин, дофигища. Можно было прямо здесь поставить, но мы что-то дальше не поехали, перебездели немножко. Вон тех вон строителей, которые там ситхи эти темные. Алиса решает. Короче, Алиса решилась практически на каре. Сейчас Витя сделает как надо. Витя, сколько ты работаешь уже в этой сфере? С 2001 года. С 2001? Ну, Витя знает, короче, как делать. Я вот к чему.
Ну, кардинально. Кардинально. Говорили, что будет кардинально. Получаете. Ну что, еще кофе? Крутышка. Мне кажется, даже выше стало казаться. Ну, серьезно, потому что, ну, как бы, визуально еще шея добавила длины. Вообще не привычно. Ну все, имидж поменяли? Да. Четко. Витя, спасибо. Пожалуйста. Инфа. Инфа. Ребята, инфа. Приходите к Вите по промокоду KMWizMan, 20% скидка. Подтверждает? Да. Все, давайте, welcome к Новому году. Все должны подстричься, все быть красивыми. Так что адрес, ссылки, все внизу, все в описании. Все, давай, счастливо. До связи. Пока-пока. Маша, привет. Да, большой-пребольшой. Блин, сейчас даже холодно будет. Еще раз, ребят. Пик Хейр. Второй этаж, Витины окна, ситхи, ситхи работают, седина, головатого 349, либо седина 164/1. Все напутало. Крутые мы, крутые. Ну а че, ну крутые. Эй, йоу, ребят, я вообще Алиске предлагаю сразу идуть еще в пирсинг, и потом еще в тату-салон по полной, да? Пополни сначала лицо, вылечу. Ладно, короче, нужно пообедать. Время, потому что дофига. Витя подходит к своей работе очень-очень кропотливо и прям, ну, скрупулезно, ювелирно, я бы сказал даже. Поэтому мы еще к Игорю хотели сегодня заехать. Он звал в гости поболтать. Поставили на парковку, оплачиваем. Эй, пацан, чек гони. Ты чё капюшон надела, блин? Мне холодно. Надо свой стиль показывать всем. Я хочу кушать, поэтому мне холодно. Да. Сейчас Витя позвонил и внес корректировочку небольшую, которую я забыл на самом деле. Он сейчас уезжает в отпуск небольшой, и с 18 числа, с 18 декабря можно будет уже записаться к нему. Вот, так что давайте смелей, по ссылочке внизу в описании переходите, Вить наш друг. Все у нас вот так вот, мы всех своих всегда советуем. Вы это знаете, так. В сельдерее появился новый сэндвич с тофу. То, что это вообще с тофу, неужели? Блин, а к сожалению, он один. Да. Это Алисин. Да? Ну да. Ну ты космонуть дашь? Блин. Там тофу, он типа копченый. Он копченый. Да. Смотри, чтобы тебя ничего не вывалилось. Сейчас вывалится. Чечевичный супчик. Обедать так обедать. Тачку-то никуда не дели, смотрите-ка. Пип-пип. У нас сегодня разъездной такой день. Сейчас поедем к Игорю в гости. И, блин, опять подсдулось колесо. Не нравится мне это. Ну, чуть-чуть. Оп. Вот они, царевые пироги. Смотрите, как у Игоря стало уютненько здесь. Оп, 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 вот. Вот где рождественское настроение уже есть. Красота. Классно, что гирлянды повесили. Короче, сели в машину, едем и решили заехать не домой, а сразу в СБС, просто чтобы не делать крюк потом. Угу. Заберем посылку, очередная посылка с Америки. iHerb, да. iHerb рулит, конечно, очень рулит. Да. Такие товары только вот у них можно взять, там определенные, в общем. Вот. Я не думаю, что у нас там есть что показывать, да, с этой посылкой. Ну, то есть вам... Нет, вам... я просто увидела вот эти вот. Ой, ой-ой-ой. Блин, мы что, обратно будем стоять? Что делать? Поехали домой. А потом поедем через трассу. Все, ладно, едем домой. У нас деревяшка гремит. Ну все, за всеми вещами остальными. Комп будем забирать, монитор снимать. Камеру, там, не знаю, объективчики, что-то такое. Это потом Дедов Морозов тоже. Гороша покушала, и мы отправляемся с ней уже в машину. Вот это взять, что ты сказала? Апельсины? Тыкву, апельсины, да, что-нибудь тяжелое, да? Давай, беру. Беру горошу, и мы уходим в тачку. А тебя ждем. Угу. И корм вот этот, не забудь, мы тут осталось из кастрюли корма, мы кинули его вот в такой пакет. Вот, все. А гитары и всякое такое тоже потом будем забирать. Все, сейчас вместе, все вместе едем в СБС за посылкой.
Новый год скоро, ребята. С наступающим вас я поздравляю опять. Желаю вам всем всего самого. Вот сам, чтоб слон у вас был дома. Здесь, короче, с ноября, которую неделю уже эти розыгрыши. Опять сегодня 10-е айфоны будут разыгрываться, значит. Или завтра будут, я не знаю, когда там, но... В общем, из-за этого мы еле-еле припарковались. Опять жопа была, да, тетя? Скажи честно. Ну, да. Витя говорит, да. Мы пришли к пикпоинту, сейчас будем очередную посылочку забирать. Вражескую, американскую. Почему это все напротив туалета, блин? Это не очень клево. Мы тут машину припарковали как раз, Алиса. А что дверь не закрыла в тачке? Кстати, ашановский пакет, когда-то их бесплатно раздавали. Когда это был последний день, когда они вообще давали пакеты в Ашане бесплатно. Больше нету в Ашане бесплатных пакетов, это дерьмо. О, все, по-быстрому. Тяжелое? Да нет. Ай. Закрывай. Можно что-нибудь обратно положить туда? Типа обменялись. Валим. Пацан говорит, вперед! Что-то здесь какой-то базар и рынок устроили, честно говоря. Это не клево. Лиска ананасы выбирает 88 рублей за штуку. За килограмм. А, за килограмм? Я думал, за штуку. Да. Да нафиг надо. Не, подожди, какой килограмм? Написано. Где? Там, с той стороны написано, что она указана за один килограмм. Ну ладно. Да он весит-то, блин. Ходит такая с каре. Это чешется у вас. Волосы колят. Шея, да, чешется. Ну круто же. Напишите, ребят, в комментариях, что клево. Хочу покраситься. У Алискиных родителей в доме хоть и фильтр воды есть, но там есть еще и умягчитель, который уже поднасрал в эти фильтры. Да, и, короче, мы решили питьевую взять с собой. Вот так вот, 10 банок 5-литровых. О, Алиска залипла в отделе биопродукты. Вот. А та, которая из-под фильтра, на ней будем готовить, там, чаи гонять, кофе и всякое такое. Все, короче, ладно, увидимся, наверное, уже дома. Я снова в лифте, поднимаюсь к нам на 54 этаж в квартиру, потому что мы забыли взять одеяло. Мы же знаем, что там дубак, возможно, в той комнате в родительском доме. Вот, поэтому сейчас возьмем, ну я возьму, Алиска осталась с горошей в машине, а я возьму два одеяла, горошина мыло нужно взять, шапку хотел взять. Гороши нравится стоять посередине и наблюдать, что там. А что там на дороге? А что, куда едем? А скоро приедем? Горошка радуется не меньше нашего. Горош! Что? Эй, ну ты кусаешься больно. Фу, нельзя. Раскусал. Эй, хватит, ну-ка, Горош, эй, нельзя. Разыгралась бродяга такая. Короче, сейчас будем кушать, читать ваши комментарии. А потом у нас на сегодня первый эпизод «Звездных войн». Сегодня с Витей обсуждали «Звездные войны», он сказал, правильно, что сделали, смотрели по хронологии 77-й, 80-й, 83-й, и сейчас до 99-го дошли, потому что, ну, так и надо было смотреть, иначе спецэффекты все, как бы, после вот этих вот, которые 21 века фильмы, смотреть те, которые 20 века, это было бы немножко, наверное, неправильно, ну и... Лукас не просто так снимал, ну уж так снял, надо так смотреть. Смотрите, мы цыгане сколько барахла привезли. Вот. Ну, что-то разобрали, что-то не разобрали. Алиса вон коробочку, посылочку разбирает. Там в какой-то. Самое главное, это для мужчин. Ты покажи другую штуку. Ну, короче, витамины, типа, обычные витамины. Ну, короче, женские, мужские витамины и... На самом деле, разница не сильно большая. Ну, вот. Чего-то больше, чего-то да. Меньше. Это, короче, маршмеллоу для нас. Теперь будем кофеёк с маршмеллоу делать иногда. На Новый год? Да, на Новый год. А еще вот эта штука. Что это? А, вонючка. Да, лавандовская. Да, ее можно было не открывать. Ну да, ну как бы толк показывать. Короче, вонючечки, которые поджигать, будут пахнуть лавандой. Круто? Круто. Ну, на самом деле, очень сильно пахнет. Ребята, я тут вот с ноутбуком, мы скачали фильм. Мы сегодня не будем, наверное, «Звездные войны» смотреть. Оставим это на завтра, наверное, да? Завтра посмотрим «Звездные войны», а сегодня мы смотрим «Однажды в Америке» с Томом Крузом. Ну, как всегда, ребят, ссылочка будет в Телеграме прямо сейчас. Я вот спустимся вниз, подключим флешку, и я в Телеграм сразу сделаю нужный пост. Где взять этот фильм? Заново вспоминаю, как тут на LG чего работает. Господи, каких-то скрытых файлов на флешке стало просто дофигище. Вон он, сделано в Америке, есть. Чик-чик.
с Томом Крузом по реальным событиям. Ну, так, не сильно, я думаю, прям совсем по реальным. Ну все, мы посмотрели фильм, наш кинотеатр выключается. Как тебе фильмец? Ну, интересно. Да, чем-то напомнил Наркос, но... Ну, потому что тематика еще та же, да. Те же самые люди относительно. Да-да-да. Но я не помню этого чувака из Наркоса. Он там буквально несколько серий был, да. Я даже специально посмотрел картинки в гугле с Наркоса, с Барри Силом. Барри Сил — это летчик с Америки, который и работал и на ЦРУ, и работал и на Пабло Эскобара, работал, короче, на всех. Он на всех работал, он везде зарабатывал, чувак. Вот, советуем посмотреть обязательно этот фильм. Да. Я надеюсь, вы оценили наше сегодня преображение, наши новые имиджи. Ну, у меня как новый, я просто подстригся, а вот Алиса действительно прям... Вообще, следующим шагом будет, наверное, покраска в более светлый тон. Но я буду еще об этом думать полгода, как минимум, так же, как со стрижкой. Потому что реально, насчет стрижки, я думала, ну, сосны, ну, наверное, да. Ну да, сосны. Это жесть какая-то. Ну, норм, главное прийти. Ну, знаешь, как меня сегодня трясло, когда я сидела. Главное сделать, ребят. Все, напоминаю еще раз, Витя всем нашим подписчикам по промокоду CamWithMan предлагает 20% скидку. С 18 декабря он вернется из отпуска, будет работать. Он мастер универсал, стрижка, покраска, всякое, все что угодно. В общем, обращайтесь, ссылка будет в описании на Витю. С вами прощаемся, жмите большие пальцы вверх, оставайтесь вместе с нами, подпишитесь на Инстаграм, на Телеграм и... Покеда! And white gloves and many different pictures you have ever seen. Nice heaven, you have twice and here has got some beaches. Has got some beaches.